Горячей воды, пожалуйста. Abi buraya kapattık, servis veremiyoruz maalesef. Не понял. Сервис yok. Сервис yok? Сервис yok. Он сказал, что бар закрыт. Сервис yok. Adam atıldı. Abi kapattık ama. Hadi hadi. Baş üstüne abi. Сейчас нальет. Спасибо. На здоровье. Американец? Каюсь. Первый раз в Турции? Нет. Бывал здесь. Давным-давно. В другой жизни. И вот теперь вернулся? Да. Ищу кое-что. Эй, уши айор. Булан воруш? Мой брат говорит, что в Турции можно найти что угодно. Да? Ага. Даже человека, который похитил свою дочь и увез ее от матери американки. Жестокий человек. Не мужской поступок. Дело не в любви к ребенку, а в желании наказать бывшую жену, забрав у нее то, что является смыслом ее жизни. И возвращать дочь он не собирается. Как думаете? Простите. Как думаете, я найду этого человека в Турции или, может быть, по дороге туда? Я бы не стал искать такого человека. Это может быть опасно для вас. Так думаю, такие же, как он. И Господь свидетель, я бы дал ему шанс остановиться, передумать, представить худшее, что могло бы случиться с ним, и изменить решение. Существует два вида боли. Та, что лечит, и та, что калечит. Бегун, сенсей Джексон. Все в порядке. О, доченька. В Госдепартаменте ничего об этом не знают. Никто не знает. Просто 45 минут назад кто-то привел вашу дочь на ресепшн на первом этаже. О, как же я тебя
шофер всегда точен, как часы. Сэмюэль? А, Роберто, залезать сюда одна мука. Копировальный центр? А? Копировальный центр? Да. Поддай газу. Войшмахтухант? Не, Войшмахтухант. Войшмах. Как я сегодня. Ich bin der Eigennährterge. Как обычно, только хуже. С каждым днем помню все меньше. Добро пожаловать в клуб. Спасибо, что подбросил. Дам один совет. Всегда будь вежлив с теми, кто имеет доступ к твоей зубной щетке. Спасибо вам за эту возможность. И как вы видите в моем резюме... Спасибо за эту возможность. Я восхищаюсь отношением вашей компании к окружающей среде. И принимать в ней участие... Мам, меня приняли. А, да, они меня взяли, маму. С огромным удовольствием сообщаем вам о зачислении вас в инженерный колледж в 2019 году, мам. Мам, мне сначала школу надо закончить. Я выбираю, когда мне ехать, Томми. Выбирает армия. Я напишу из самолета. И я вас люблю. Ты далеко? В Ирак. Первый раз? Да, сэр. Встречу тебя, когда вернешься. Спасибо. Салам алейкум. Алейкум салам. Как успехи? Оставила тебе кое-что наверху. Да ты что? Угу. Спасибо, Фатима. На ужин придешь? Да, с меня тарелки и салфетки. Ладно. Салфетки и тарелки. И вилки. De la maison. Et tu sais, il faut encore que je mange en vitesse, hein. J'ai cette réunion à l'usine à 21h. Je devrais venir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut?
Qu'est-ce que vous voulez? У меня был клочок бумаги с твоим именем. Вот и все. Эй, 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 смотри на меня. J'ai de l'argent. S'il vous plaît, нет, 10 ans. Хватит болтать. Это неизбежно. 10 ans. Твой сын вот-вот вернется. Я тоже здесь. Да? Открой рот. Открывай рот. Здрасте. Мистер Маккол? Я заказывал книгу. О, да. Маккол. Я что-то не вижу. Я сейчас вернусь. Человек со списком. 100 книг, которые нужно прочитать. Грешен, каюсь. В поисках утраченного времени. Она пришла вчера. Спасибо. Какая по счету? Последняя. Надеюсь, вы начнете новый список. Я тоже. Сколько? $40. Спасибо. Объявление сняли? А продажа? Да, обстоятельства изменились. Мы никуда не уезжаем. Господи, дай мне силы изменить то, что можно изменить. Терпение принять то, что изменить нельзя. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Вы не могли бы отвезти меня туда, откуда забрали? Вот. Сюда. Давай. Тихо, тихо. Давай, залезай. Можете проводить ее до квартиры? Спасибо. Не вздумай мухлевать. Здрасте, я водитель такси, я отвозил домой вашу девушку. Она не моя девушка, просто стажер. О, простите, ваша карточка недействительна. Ах ты говнюк! Тебя взяли за папаши, а ты с первым заданием облажался.
Заходи. Держи. Ух ты. Я такой слышал, но ни разу не видел. Теперь увидел. Да. Слушай, сними сколько надо и возьми хорошие чаевые, ладно? Спасибо, спасибо. Не спросите, как она добралась? Как она добралась? Она не дома. Я отвез ее в больницу, сейчас ей промывают желудок. Как ее зовут? Не знаете, верно? Ладно. Дело в том, что обычно я даю людям шанс поступить правильно, но не сегодня. Мне нужны все камеры, все мобильные телефоны, на которые вы снимали, как измывались над ней. Зря ты сюда приперся, папаша. Иди сюда. Встань. Встань. Не надо рыдать. Дай телефон. Правая или левая? Я не понимаю, о чем вы. Рука, ты правша или левша? Правша. Звони 911. Расскажи им правду о том, что здесь произошло. На этот раз отцовские деньги тебя не спасут, ясно? Да, сэр. Ты знаешь, как ее зовут? Нет. Ее зовут Эми, дай левую руку. Дай мне левую руку. И поставишь мне 5 звездочек, все ясно? Да, сэр. Не для меня, а для кого? Для Эми. Верно, для кого? Для Эми. Для кого? Эми! Не забудь про 5 звездочек, сынок. Черт! Привет, Сьюзан. Что? Как ты узнал, что это я? Я тебя учуял. Я ж только в туалет зашла. Да, но ты ела спаржу и винегрет с соевым соусом. Сьюзан. Привет. Почувствовал твои духи. Привет. Как ты? Теперь лучше. Очень хорошо. Суп будешь? С удовольствием. Что с той турецкой историей? Счастливый конец. Никакого каламбура. Ну, тогда, значит, с тебя ужин. Я на это не подписывался, я... Что, пытаешься увильнуть? Я не увиливаю, я просто... Нет-нет, дружок, бесплатно я не работаю. Как там Брайан?
Хорошо. У него вышла новая книга. Да? Угу. Почитать, что ли, а? Почитаем. Если увлекаешься геополитикой Непала до Сугаульского договора 1816 года, тогда она тебе понравится. У дружбы есть свои пределы. У семейной жизни тоже. Я сама не читала. И вряд ли прочту. Ты здесь по делам? У меня тут встречи. Встречи, да? Ну, в дни рождения тяжелее всего. Я всегда думаю о своем брате в его день рождения. Да. Я тут складывал вещи в стирку и осознал, что тех вещей, которые я носил при Вивиан, уже не осталось. Не могу сказать, что это плохо. Что? Ей не нравилось, как я одеваюсь. Когда я покупал что-то, эта вещь пропадала на следующий день. Я спрашивал ее об этом, а она говорила, что не понимает, о чем я. Но она так забавно отвечала на мои вопросы. Я не знаю, что случилось с теми лиловыми штанами, которые ты купил. И я надевал то, что ей нравилось. Что? Я ничего не сказала. Прости, если я совершила ошибку, приехав к тебе на день рождения, Вивиан. Просто, Роберт, я тут подумала. Может, ты вернешься? Это прекрасно, что ты помогаешь всяким случайным людям, но это не заполнит пустоту в твоем сердце. Возвращайся. Смирись с этим. Вивиан этого хотела. Такси! Галантный, как всегда. Это точно. Я обязана говорить тебе такие вещи. Ведь кроме меня у тебя нет друзей. В аэропорт, пожалуйста. Мистер Макроб, может, вы найдете тех, кто сделал это с грядками Фатимы? Дети. That's why I don't like new faces. They come with new cases. I just like new faces. Can't be fast, like I don't have paper. Здрасте. Привет. Это. Пусть хозяин с этим морочится. Он обязан это делать. А, обязан делать и сделает это разные вещи, Майлз. Да, но вы здесь живете, так? Верно. И за квартиру плачу. Ну что, пусть кто-то другой это делает. И кто же? Да хрен его знает. Кто угодно. А? Не жильцы же. Ты прав, это мог бы сделать кто угодно, но никто не делает, Майлз. Все заканчивается жалобами, потому что никто не сделал то, что можно было сделать в начале. Всем плевать. Ага. Ясно. Тут полно всяких маляров на районе. Знаю, но они берут $600-700 за свою работу. Чё? Я бы за 350 покрасил. Ты? Да? Чё? Ничего. Чё, я рукожоп, что ли? Красить валиком – это не ракеты строить. Да, верно. Я художник, чувак. Я в художке учусь. Почему ты не в школе? Че, дурак туда каждый день ходить? У меня этот,
особый талант. Это точно. Имей талант заработать деньги. Но еще имей мозги, чтобы их сохранить. Да, я тут на районе и зарабатываю. Временный заработок. Временный. А знаешь что? $350 дорого. Спасибо за предложение. Ну ладно. Да? Да. Здесь работы-то полно. Бывайте, мистер Маккол. Бывай. Че, все еще паритесь? Помаленьку. Еще ничем не покрыли? Еще нет. Че за краска из Уолмарта? Это грунтовка, надо загрунтовать, прежде чем красить. Тебя этому не учили? Да, я в курсе. Я подумал над вашим предложением. Маленько отрихтовал. 250. 250? Ага. И я займусь этим вместо вас. За 250? Ага. Ладно, но работать только после школы. Черт. Не ругайся. Во сколько заканчиваешь? В 3:15. После школы в 3:15 идет? Работать на нас. Не знаю. Руководство почему-то его тщательно скрывало. Сюзан, машина ждет. О, слушай, машина ты отлично ждет. Выглядишь. Все нормально? А галстук где? А-а-а. Сюда нужен галстук. Я бы ее послушался, брат. У тебя есть? Есть. Отлично, так прекрасно. Ладно, до скорого. Развлекайся, дорогой. Пока. Надо поехать и расставить точки над «и». Хочешь со мной? С радостью сбегу из этого чертова офиса. В Брюсселе самый лучший шоколад. Что ж, поедем, оценим. Сегодня я побил свой рекорд. Несколько дней подряд под речком. Так вот, здесь фотографическое доказательство. Это портрет моей сестры Марли. Мне было 9 лет, когда началась война. Как и большинство семей, нас разлучили. Меня с моей сестрой Магдой отправили в разные лагеря. И больше я не видел ее. Проходит 60 лет. Я в Париже и вижу, как кто-то выставляет на аукционе мою картину. 12 миллионов, представляешь? Говорят, предоставьте доказательства, тогда ее отдадим. И вот, я достал доказательства. Поглядим, что будет, когда судья увидит это. Ой, кажется, гроза начинается. Вам пора на осмотр, Сэм. О, здравствуй, милая. Он одержим этой картиной. Я как-то пытался ему помочь. Он еще тогда говорил, есть доказательства, что картина его. Это не так. Ни записи, ни актов купли-продажи. Он ходит в суд, чтобы услышать одно и то же. Наверное, это дает ему какую-то цель в жизни. Помогает, когда никого не осталось. Как прошла встреча с читателями? Ужасно. Нет. Я подписал две книги и все. Спасибо. Точно не надо отвозить тебя в аэропорт? Точно. Я сам спасибо. Большое спасибо, что приехал. Что. Доброй ночи. Сделай мне одолжение. Да. Вот, можешь что-то выяснить, ладно? Тебе еще один ужин. Посмотрю, что можно сделать. Да? Я завтра лечу в Брюссель. Ты ведь на пенсии? Ну, конечно. Так же, как ты, мертвец. Ясно. Доброй ночи. Доброй ночи. Видела, как ты вчера красил, Майлз. Это грунтовка, а не краска. Ну, чтобы вся эта хрень не проступала потом. Это рисовал мой брат. Мы здесь выросли. Да? Теперь здесь другая жизнь.
Пудра или типа того. Содержимое жесткого диска, записи с телефонов. Вы их получите чуть позже. Сьюзан. Ладно. Спасибо. Все в порядке? Да. Мерси. Я с тобой. Да, такое впечатление, что судья, он даже не обратил на меня внимания. Он даже не взглянул толком на доказательства, которые я принес. Значит, это все. Это очень редкая картина, Сэм. Может быть, поэтому она и кажется вам такой знакомой. Это моя сестра Магда. Здесь она моложе, но других снимков не сохранилось. Мой дядя заказал этот портрет в подарок на ее 12-летие. Это был молодой художник, начинающий, но вы бы это видели. Тут ведь не только сходство, но и просматривается ее характер. Сияет, как этот, как его маяк. Мой младший братик, говорила она, мой Сэмми. Я не смог защитить ее и потерять ее дважды. Не могу этого представить. Привет, Сьюзан. Привет. А ты, оказывается, любитель живописи. Ты просил меня выяснить, и я все узнала. Ты удивишься? Говори. Я тебе все пришлю. Хорошо. Да. Ну, выписки из банка в порядке. И сообщения, и письма. Жене не изменял. Нет ни любовниц, ни любовников, никого. Даже никаких непристойных смс-ок коллегам. А что насчет его жены? Да брось, и у женщин бывает рыльца в пух. Подумай над этим. Давно ты дарил своей жене цветы, м? Согласен, согласен. Пришли данные с жесткого диска, Кальберта. Поговорим об этом самолете. Хочу уехать отсюда поскорее. У меня есть пара версий. Так, осторожно. Excusez-moi, monsieur, pardon. Merci. Встречаемся внизу в 6. Хорошо. О, а может, ты купишь тот вкусный бельгийский шоколад, о котором мне говорил? Иначе не пущу в самолет. Тогда поеду вниз. Адрелео, чего вы хотите? Что вы делаете? Не надо мне помочь! Attention! Attention, monsieur! Oui, l'argent! Почему я? Кто вы такие? Говори! Стоп!
На кирпичах картина будет выпуклой. Отпикасую весь дом. Отпикасуешь? Ага. Ну давай. Сколько возьмешь? За счет заведения. Мне это нравится. Давно ты уже рисуешь? Где-то с третьего класса. А это что? Так я подписываю свои работы. Мой брат был боксером. Он бил правый, как бог. Попадешь под удар, то сразу на небеса или... Ясно. Он еще дерется? Его застрелили. По дороге из спортзала. Это были не разборки. Сумку спортивную взяли. Что? Я ничего не сказал. Короче, бабушка говорит, если ты не поминаешь человека вслух, он умирает дважды. Мудрая у тебя бабушка. Привет, Брайан. Да, слушай, я сейчас читаю твою книгу, и тут вдруг ты... Ясно. Йоу, мистер Макол, все хорошо? Подождите, мистер Макол. Спасибо, Дэйв. Знаешь, в брюссельской полиции сказали, что в отелях такое случается. Грабежи. Но она никогда не носила украшения. Даже часов у нее не было. Только вот это. На. Что говорят в агентстве? Ну, говорят, что сделают все, что в их силах. Они работают с Интерполом. Обещали найти их, кто бы они ни были. Но... Я не знаю, что теперь делать.
Важно запомнить, в то время как ураган продолжает свое шествие на север, мы видели, что Фрэнсис сотворил с юго-восточной частью страны. По всей видимости, он будет медленно продвигаться в наши края, как только покинет побережье Мексиканского залива. Именно это беспокоит метеорологов. И несмотря на то, что ураган перемещается на восточное побережье, на которое обрушилась стихия, столкнулись с тем, что... Уровень воды поднялся до опасно высокой отметки. Из-за урагана вне... Я был в том же вестибюле, когда взорвалась бомба, и смотрел на тебя, когда отель рушился на нас. Ты был, и вот тебя нет. Печальный день. Я был на твоих похоронах. Горевал. Долго горевал о тебе. А Сьюзан знала? Я был твоим напарником 7 лет, Мак. Я ничего от тебя не скрывал. Мне очень жаль, Дэйв. Правда. У меня не было возможности сказать, как я сожалею. Насчет Вивиан. Ты до сих пор на побережье? Давно уехал. Я купил тот домик. Ха. Езжу туда с женой и детьми пару раз в год. Этого не было бы, если бы не Сьюзан. Жизнь стала мрачной. Она отговорила меня от безумного шага. Наверное, когда вы ели суп. Я ей жизнью обязан. Ты общался с парнями? Нет, уже много лет. Мы были классной командой. Она не нажимала на кнопку. Кто? Сьюзан. Там, в лифте. Она не нажимала на свой этаж. Я просмотрел все видео.
Первыми были парни с рюкзаками. Они нажали на 16-й, а не она. Знали, на каком она этаже. Вы нашли их? Только по частям. Двое торчков. Послужной список с мою руку. Здоровую руку. Короче, там был взрыв газа. Они так считают. А ты как считаешь? Кто-то обрубал концы. Отчет о вскрытии. Колотая рана. На 2 миллиметра, ниже третьего ребра. Техника ближнего боя. Именно. Профессионал. Это было не ограбление. В номер вошел кто-то еще. Мак, все, что от меня потребуется, сделаю. Знаю. В одной пыли. В одной крови. Послушай. Йорк. Дэйв. Послушай, пистолет рядом с Кальбертом был от него справа. Он был правша. А что? То, что его жену застрелил левша. В комнате был кто-то еще.
Следы талька от латексных перчаток. А в квартире парней с рюкзаками нашли 20 тысяч евро. Привет, Боб. Привет. Тех парней подставили? Да, ценных агентов постоянно убирают. Противник всегда любит этим припугнуть. К чему спектакль? Они не знали, что он был из наших. Сьюзан почти выяснила, кто находился в той комнате. Поэтому ее и убили, Дэйв. Эти два убийства связаны. Я перезвоню, когда узнаю больше. Держи меня в курсе. Я мужик, лифт не работает. Слушай сюда, малой. Готовь, прячься в работу. Все, кто со мной, прыгают. Малой бьет копытом. Не вздумай стучать и гнать дух. Че, ща прямо приступим. Не базары, чтоб никакого не дало. Call game, call game. More money make more rhyme. Sworn to the pan while back and pro time. Quite black brand, give a nigga no rhyme. Here's the blue, the hottest can catch. Я море, стой, шмаль, передавай дальше, передавай, блядь. Чё, как там, блядь? Слышь, ты уверен? Тогда, короче, расклад такой. Ты вечерком сгоняешь с пацанами. Тебе самому это надо. Эти нигеры завалили твоего брата. Всё, обойму в них разряди. Ага. Молоток, вечерком все и провернешь. Наедешь на них? Тебе надо грохнуть хотя бы одного. Не жалей патронов. Я, слышь, твоя мать уже одного похоронила. Нельзя, чтобы она двоих потеряла. Понял? Без пустой обоймы не показывайся. Это факт, бро. Еще. Пошли, Майлз. Твою сидеть, мать. Сидеть. Что это за нигер? Я твой отец. Тебе мама просто не рассказывала. Пошли, Майлз. Пошли, Майлз. Ты знаешь этого нигера? Йо, ты куда, брат? Реально? Дерьмо. Кап, твою мать. Че это за хрен-то, йо? Да, зашел и все. А че это за хрен было-то? Че творится, мать вашу? Идем. Отвалите уже от меня. Что? Знаете, во что мы влезли? Я-то знаю, а ты? Я знаю, во что мы влезли. Ты этого хочешь? Я думал, ты хочешь рисовать, ты же сам говорил. Рисовать? Да. Красить? Да. И что это мне даст, блин? Разве эта мазня может прокормить нас с матерью? А? А счета оплатить она сможет? Нет. Надо быть гангстером, убийцей, братишкой, да? Ты хочешь к ним? Ладно, если ты этого хочешь. Если так, давай веди себя как мужик. Попробуй прямо сейчас, на. Начни с меня. Нет, начни с меня. На, не начни надо. С меня. Нет. На, возьми. Нет. Давай, киллер. Давай, наведи на меня.
Как Нет. держать, знаешь? Что делать, знаешь? Давай, киллер. Вот сюда. Нет. Вот так. Вот так. Надо немного надавить и все дела. Давай, гангстер. Надо немного надавить и все дела. Надо лишь немного надавить и все дела. Ладно, давай сюда, ты этого не хочешь. Давай сюда. Я ничего с ними не сделаю. Видишь? А, ты знаешь, кто они такие? Они лжецы. И я такой же. Видишь, что бывает, когда свяжешься с лжецами, а? Видишь, что бывает, когда свяжешься с лжецами? И я соврал тебе, идиот чертов. Да. Я убью тебя. Что ты видишь, когда смотришь на меня? Скажи и не ошибись с ответом. Я не знаю, что я ты не видишь, знаю, когда не смотришь знаю, на меня? Киллер, что ты видишь? Я не знаю, не знаю. А ты не знаешь? Я не знаю. Ясно. Чтобы быть мужиком, ствол не нужен. У тебя есть выбор. Есть талант. Есть шанс, и я не хочу слышать о твоем окружении, что белые не дают тебе зеленый свет. У тебя есть шанс. Используй его, пока еще жив. Ты не знаешь, что такое смерть. Ты понятия не имеешь, что такое смерть. Прими решение. Ладно. Мистер Макко. Почему я? Почему нет? Но почему я? Выясним это вместе. При урагане такого масштаба уровень затопления может достигать почти 2 метров. Из-за скорости урагана гигантского размера влага... Кто там? Мистер Макол. Кто это? Это я, Майлз. Я закончил стенку. Да, я видел. Вот ваша сдача за лишнюю краску. Это все? Ага. А у вас это... есть что-нибудь выпить? Да, есть. Ты хочешь выпить? Ага. Заходи. Холодного чая или воды? Я что, похож на Джеки Чана? Спасибо. Не за что. Знаете, они продаются в наборах. Да. Что это? Росконпоя. Да, мама тоже его готовит. Правда? Кладет туда. Я не твоя мама. Это не твоя кастрюля. И ты не у себя дома. Уяснил? Ага. Хорошо. Ага. Стеночку надо бы покрасить. Да, надо. Ага. Я мог бы. Правда? Ага. Сколько? Если дадите тарелочку вон того. Да, чувак. Не, если серьезно, 115. Пойдет? Ладно, договорились. 115, да? Ага. На, держи, бесплатно. Прочти, читать умеешь? Ага. Что там?
Наверное, летаете нечасто. Мы уже 3 минуты едем в противоположную сторону от аэропорта. Мам, мне тоже без корки. Ешь, зайка. Мама говорит, мне надо к зубному. А тебе, Фим, это, наверное, надо... садовник. А виноград? У меня тоже есть зубы. Возьми сама. О, господи, у меня такая тяжелая жизнь. Вот твой виноград. Что? Давай, ты справишься. Ты серьезно? Серьезно. Ну ладно. Приветик. Хорошую мама сделала карту. А, Мэн, очень хорошо. Б, Ньюхэмп. Ньюхамякшир. Кэрол, кто там? Кэрол! Ньюхэмпшир, а не Ньюхамякшир. Но мне нравится Ньюхамякшир. Ладно. Оставляй так. Дорогой, звонок на главном входе сломался. И твой старый армейский товарищ стоял у черного входа. Вообще-то я был его командиром 7 лет. О, боже. Милая, прости, я, должно быть, забыл. Это... я дни перепутал. Это Роберт Маккол, это моя жена Кэрол. Здрасте. Здрасте, очень приятно, Роберт. Взаимно, спасибо. Это наши дочери, Молли, Элис. Привет, да. Иди отлично. Сюда, поздоровайся. Прошу вас, давай. Будьте как дома. Спасибо. Ну что спасибо. Вы. Зови его, Мак. Хочешь кофе? Нет, спасибо. Простите за беспорядок. Без проблем. Я должна собрать их в школу. Все ясно. Девочки, идем, снимаем пижамы. Роберт, рада знакомству. Взаимно. Проходи, садись. Да. Снимайте пижамки. Все нормально? Да, да. У тебя прекрасная семья. Спасибо. Что случилось? Я забрал это у парня, который вчера попытался меня убить. Как ты и сказал, они всех убирают. Все, кто расследовал убийство в Брюсселе, в опасности. И ты, и твоя семья. Все. Это военный шифр. Возьми это на работу, проверь номера телефонов и проверь, есть ли там
имена пассажиров, летевших в Брюссель и оттуда до и после вас. Те, кого мы ищем, звонили на этот телефон. Я сделаю, все сделаю. Скажи, что я не прав, Дэйв. Не ответишь? Что произошло? Ты умер. Вот что произошло. Через 3 месяца после твоего исчезновения нас прикрыли. Я ушел на вольные хлеба. Делал то же самое, что мы делали во имя страны. Убивал тех, чье имя было на клочке бумаги. Только теперь за деньги. Мы убивали врагов. Кто сказал, что они враги? Мы с тобой лишь выполняли приказы. Мак, больше нет ни плохих, ни хороших людей, нет. И врагов нет. Есть те, кому не повезло. А Сьюзен? Не повезло. Кто же знал, что брюссельская цель была глубоко законспирированным агентом? Сьюзан собиралась выяснить, кто еще был у них в столовой. Она единственная, кто мог это сделать, да? Пока ты не выполз из могилы. Сьюзан работала в опасном мире, Мак. Это ведь мог сделать кто угодно. Это был не кто угодно, а ты. Вот. Только не надо читать мне мораль, хорошо? Делай, что должно, и не оглядывайся. От этого никуда не деться, Дэйв. Мы все заплатим за наши грехи. Да? А ты заслужил смерти за свои грехи? 158 раз. Ясно. Что ж, а знаешь, нет ни грехов, ни добродетелей. Это просто работа. Они научили нас убивать и рисковать при этом своей жизнью. И однажды тебе звонят и говорят, что все кончено. Спасибо за вашу службу. Вот вам вымпел. Нужна работа? Удачи. Нужна медстраховка в Совет ветеранов. Сегодня ты агент, а завтра ты уже сбитый летчик. Это был естественный процесс эволюции. Ты ведь тоже занимался этим. Вот что мы делаем. Мы? Я не один, Мак. Тут вся команда. Ари, Резник, Ковак. Все наши. Семья. Господа. Мак. Хорошо выглядишь для покойника. Хотим, чтобы ты знал, тут нет ничего личного.
То, что вы делаете и кем вы стали, не моя забота. В мире полно людей против вас. И в идеальном мире за все поступки надо платить, но этот мир не идеален. Люди творят зло. Если повезет, получишь шанс это исправить. Но в основном зло остается безнаказанным. Только не в этот раз. Ваша ошибка в том, что вы убили мою подругу. Так что я убью вас всех до единого. И, к сожалению, я смогу сделать это только один раз. Поезд отправляется. Уэллиск 745 музыка. Привет, Ари. Ребята. Привет, Кэрол. Роберт, надеюсь, еще увидимся. И я был рад знакомству. Дэйв сказал, вы сможете подбросить меня до станции. Пока, папа. Пока, папа. Составишь нам компанию? Поехали. Ну, я поеду с ним. Возьмите младшую. Хорошо. К тебе. Увидимся на работе. Я не думаю, что у жены были любимые вещи. Она придавала мало значения одежде. Нет, не надо. Я утром что-нибудь принесу. Вообще-то у вас на хате. Слушай, сынок, у меня сейчас нет времени. Стенку вам крашу. Выбрал мятный зеленый. У вас есть чуть пожрать, умирая с голода? Что там за лай? Подойди к окну и скажи мне, что видишь. Ага. Чё-то собаки с катушек съехали. Слушай, Майлз, выгляни на улицу, скажи, что ты видишь. Там какой-то парень из доставки пиццы. Погоди.
мистер Маккол. Черт. О, черт. Мистер Маккол, кажется, кто-то пытается залезть. Майлз, слушай меня внимательно. Иди в мою спальню, увидишь, там стоит книжный шкаф. Иди. Чего? Иди. Эй, йоу, чего? Майлз. Ага. Майлз. Сейчас. Видишь его? Ага. Открой. На средней полке стоит книга Ричарда Райта «Сын Америки». Что? Слушай, делай то, что я говорю. «Сын Америки», «Сын Америки». Хотите, чтобы я ее прочел? Вытащи книгу, за ней увидишь кнопку. Я хочу, чтобы ты нажал эту кнопку. Нажмешь кнопку, шкаф откроется, ты зайдешь внутрь и закроешь за собой дверь. Так. Боже, боже. Что это за место? Спокойно, спокойно. Сядь на пол и молчи. Веди себя очень тихо, не шевелись. Мистер Маккол, что это за люди? Это уже моя забота. Чисто. Спокойно. Залезай туда, ближе к зеркалу. Ладно. Слушайте, мне хреново в маленьких пространствах. Я даже дышать не могу. Сынок, сынок, успокойся. Легкие, мать их, они прямо сжимаются. Смотрит прямо на меня. Не волнуйся, это двустороннее зеркало. Ты их видишь, а они тебя нет. Блин, здесь так темно. Я даже ног своих не вижу ни хрена. Расслабься, дыши и не говори громко. Выключи телефон, а то они увидят свет. Блин. Блин. Как дела, Дэйв? Ты знаешь, кто это? Раз ты у меня дома, полей цветочки, а то меня какое-то время не будет. Блин. Объявлять нам войну было ошибкой. Все наоборот, это вы объявили мне войну. Ты знаешь, где я. Thank you.
Я знаю, где он. Он поехал домой. Привет. Давай назад. Весь город эвакуирован. Здравствуйте, я с двойного дежурства. Хочу проверить, выключил ли я газ. Хорошо, только быстро. Пропустите серый БМВ. Какого хрена? Разворачивайтесь. В городе эвакуация. Здесь помедленнее. Это была пекарня его жены. Дальше. Вот здесь. Проверьте улицу. Дом Мака там, в конце. Захожу в желтый дом. Все чисто. Выхожу. Я займу высоту.
Движение на 12 часов. Ковак, иди глянь. Дарик, что у тебя? Блокирую с южной стороны. Захожу с северной стороны. Ковак, прием! Выстрелы, я вам закажу! Ёжик, ты прикроешь его? Да. Захожу с северной стороны. Твою мать. Ковак, все, с концами. Повторили? Ковак, отвалили, он спелся. Двигайтесь в сторону океана. Повторяю, в сторону океана. Ответьте кто-нибудь! Ари! Чёртов ублюдок! Ари готов! Ари готов! Мать его Нигела покромцал! Тут везде фотографии Сьюзан! Он охотится на нас! Давай, смотри в оба! Thank you.
Проклятие! Я на юго-западном углу желтого дома. У следы крови. Они ведут на ту сторону улицы. Черному входу пекарни. Понял. Заходи внутрь, Лезник, заходи! Резник, ты меня слышишь? Резник! Прием! Все, только мы с тобой, Дэн. Не совсем. Ты сам меня учил. Всегда должен быть запасной план. Давай, Мак. Покажись. Я не знаю, что это за пацан, и значит ли он для тебя что-нибудь. Я предположил, что значит. Сделаем проще. Выйди, покажись, я не убью пацана. А с ветром интереснее. Боковой. Еще два. Третий будет по центру багажника. Габариты. Чуть смазал. Наверное, зацепил пацана. Ну все, время вышло, Мак! Неплохо, Мак! А это ничего не изменит!
Где ты там, сукин сын? Будь ты проклят, мать! Будь ты проклят! Ты не смог спасти свою жену! Ты не смог спасти Сьюзан! И этого пацана ты не спасешь! Это твой план! Это часть твоего дерьмового плана! Покажи! Садись сюда. Ладно. Прошла на вылет. Не страшно. Эй, йо! Что? Моя мама просто взбесится. Я поговорю с ней. Не на меня, чувак. На вас. Ты с ней поговори. Лады. На счет три. Один, два, три. Вот. Все путем. Да. Я ваш должник. Весьма признателен. Мистер Макол. Да. Вы кто вообще? Это ваша хата? Да. Присядь.
Что ты рисуешь? Ну, я работаю над одним супергероем. А в чем его сила? Его сила? Он знает все наперед. У него есть потайные комнаты, секретные замки, всякая такая хрень. То есть, всякие штуки. Он летает? Да. Он вообще-то ездит на Chevrolet Malibu. Тебе смешно? Если честно, это круто. Ясно. Мне нравится. Поймите, что, когда постоялец говорит такие вещи, грандиозные по своей сути, мы не склонны воспринимать это всерьез. И можете себе представить, как мы были сегодня удивлены, когда... Я сейчас, я на минутку, хорошо? Ой, Сэмми. Марк, да.